Что-то знакомое, но, честно говоря, трава может какая-то. Такие штучки, ну, у них есть и литературное, в смысле медицинское название, я забыла. Хвощ, полевой хвощ, по-моему. Это очень вкусно, с супами и пирожками. Речь о пистиках. Растение знакомое и любимое многими жителями Пермского края. Коми-пермяки, например, зовут его вторым хлебом. Пистики – это молодые всходы хвоща полевого такого растения. Встречаются они, ну, практически у нас в Пермском крае это повсеместно. Их собирают буквально там в течение недель-двух. То есть здесь смысл в том, что вот эти пистики, они должны быть только-только, вот которые вылезли из почвы. Как только они начинают раскрываться, они уже, в общем-то, в пищу непригодны, так скажем. Если вдруг успеете собрать ведерко другое пистиков, то можете, например, приготовить из них кашу. Молоко, яйцо, измельченные пистики посолить, перемешать и поставить в керамической чашке, в печь или духовку. Посуду оставить открытой до образования сверху румяной корочки. Подавать в горячем или холодном виде. Отваривают, потом поджаривают на масле с луком. И говорят, вкусно. Эта неделя самое время собирать пистики и попробовать их без ущерба для своего кармана. Иначе придется раскошелиться. Цена за литр пистиков в фирме начинается от 300 рублей.